Осмотра продолжается. В последний день лета горожане, прогуливаясь возле областной филармонии, могли стать свидетелями живого концерта молодой интересной группы. Музыканты, которые без всякой рекламы собрали около себя около 150 человек, сегодня в нашей студии. Давайте с ними познакомимся. Это Андрей Нинашев и Владимир Филонов, музыканты группы «Навигатор». Вот это та самая группа, которая сейчас разнообразит, я бы сказала тогда, вносит разнообразие в жизнь актюбинцев и периодически где-то устраивает интересные концерты, именно уличные концерты. Здравствуйте, как вам пришло в голову устроить именно уличный концерт? Здравствуйте. Ну, это скорее необходимость. У нас нет клубов, где можно было бы играть. Поэтому остается улица. Ну, то есть это только рамки площадки? Конечно, если бы у нас были заведения, да, так называемые клубы, где выступали бы живые группы, мы бы играли в клубах. А так как у нас таких площадок сейчас нет, у нас был один клуб, он закрылся, мы решили, наш человек, который играет на барабанных, на ударных инструментах, предложил, а давайте играть на улице, такая провокация, а давайте попробуем. И мы сыграли около бизнес-центра «Мир», вот, сидя на крыльце. Вот именно как? Ну да. Что? Ну собрались и пошли, сыграли, как это получилось? Просто уличный концерт – это какой-то своеобразный формат. Ну, мы вообще думали играть около Нурдаулета, где вот дети, там площадка вот возле фонтанчика. Просто без объявления сесть на крыльце, там очень большое крыльцо. И, ну, я на всякий случай, естественно, должен был согласовать это с администрацией Нурдаулета. Я к ним подошел, они говорят, да, хорошо, мы вам скажем решение в ближайшие дни. Ближайшие дни не наступили, но на нас вышел бизнес-центр «Мир», и несколько недель нас, можно сказать, преследовали, говорили, сыграйте у нас, чем вам наше крыльцо не нравится, и мы сыграли у них. Получается, первый концерт был там, да, а вот после филармонии мы сейчас видим кадры, вот именно, я так понимаю, это филармония. Это уже филармония. Ваш концерт, который был 31 августа, да, завершал лето. В последний день лета, да, мы когда сыграли на бизнес-центр «Мир», собрались люди, порядка 100 человек было. И очень интересно, нам понравилось. Угу. Мы решили повторить это все дело уже на крыльце филармонии. Пришлось ли согласовывать также с филармонией? Или опять-таки у вас выбор места не стоит, а руководители сами идут на встречу? Да как бы с улицы вообще проблем нет. Я так думаю, что масса мест, где можно было бы играть. Я имею в виду улицу. Улиц много, тем более сейчас асфальт новый, вообще здорово. То есть, когда говорят о уличных музыкантах и сразу представляется, ну, допустим, Арбат, да, специально отведенные места, вы считаете, что в нашем городе нет проблемы? Нету. То есть, кто хочет, может выходить на улицу, играть, люди на это реагируют, что самое главное? Так а людям этого и не хватает, настоящей музыки. То, что как бы они слышат по радио, там, коммерческая, да, какая-то там струя идет, я не считаю, что эта музыка настоящая, и она заставит душу петь. Так как это делаем мы. Поэтому проблем нет с людьми. Люди собираются. Ну и в целом, как прошел концерт, вот который мы видели на филармонии, видеокадры, вы остались довольны? Мы, да. А люди? Ну, я думаю, что да, потому что их все больше и больше становится. То есть, хотелось бы знать, прохожие также останавливались? Не основная группа была? Ну, видимо, да, потому что мы же не делали какой-то особой рекламы, не собирали там, это не был какой-то промоушен, там, что здесь какая-то акция, там, приходите. Нет, мы сказали, мы будем играть там, в 20:00 на филармонии. Там, друзьям рассказали, они уже своим друзьям рассказали. Были прохожие, обычные люди, которые гуляют по вечерам с детьми. Ну, здорово. А вот хотелось бы узнать о вашей группе. Я думаю, сейчас к нам подключится к разговору Владимир. В вашей составе вашей группы 6 человек, да? Это каждый из них музыкант, это люди, которые давно занимаются музыкой, однако собрались вы все вместе. Ну, в первую очередь, это 6 бездельников. 6 бездельников. Да, которым вместе интереснее бездельничать, чем поодиночке. То есть вот идея это вас сплотила? Видимо, да. Как вы решили организоваться? Это было только весной, да, этого года? Это было весной. Просто этого собрались. Просто да, собрались. Это было в апреле, если быть точным, даже 28 апреля мы собрались. Вот, буквально через пару дней, 1 мая, я уволился с должности директора компьютерной фирмы и занялся исключительно написанием песен и музыки. Вот это да.
Просто ребята все давно уже ничем не занимаются, а я все как-то, да, а я все как-то так вот. Кажется, в предварительной беседе все говорили о том, что каждый занимает свою должность, где-то работает, соответственно, чтобы кормить детей, зарабатывать и прокармливать свою семью. А мы кормим детей натуральным хозяйством, я же вам говорил, выкопал картошку вчера, вот, собрал баклажаны, отличный у нас урожай перцев зеленых, сделали лагман. Здорово. Владимир, вы что скажете о атмосфере в группе? Насколько я знаю, Андрей сам автор песен, да? Он пишет песни. Все пишут песни. Это диктаторство приходит, приносит, сказал, будет так? Нет, такого вообще в группе у нас нету. Мы собираемся в наилучшее для нас время, от рутины, от вот этой вот всей семейных проблем, приходим, играем, и вот и каждый приходит именно как вот по пятницам в баню ходят, да, там в одноименном фильме. Вот мы точно так же собираемся, нам очень хорошо, мы с хорошим настроением репетируем, импровизируем, пишем какие-то новые композиции. Андрей приносит стихи, мы их рассматриваем, строим все эти конструкции, и в итоге получается у нас очень хорошее, я бы сказал, творчество, потому что нету никакого давления ни с какой стороны. То есть каждый пишет и прописывает свою партию сам. То есть на своей импровизации, так, как он хочет, как ему удобно. В итоге получается целостная композиция. Я знаю, что все-таки одной идеей вашего творчества является, ну, мечта, да, такая, чтобы отказаться от денег вообще. Вот такая мечта, чтобы было все в мире. Мы поем о том, что мы бы мечтали об отмене верховной власти, об отмене, чтобы кто-то над кем-то главенствовал, и в том числе и денег. Так, подождите, вопрос об отмене деньги, власти, вы что у нас? Я же вам рассказывал, что наша банда, наша группа, это такая анархическая единица, где никто не главенствует. Мы все равны, и никто никого ни к чему не побуждает. Так власть получается между собой, а то такими словами все-таки так, не а если это все раздвинуть до рамок, скажем, города, страны или земного шара, было бы вообще замечательно. Если бы все друг друга понимали с полуслова и не было финансовых отношений. Мир во всем мире. Сугубо мирные, да, абсолютно. Да. Ну как без финансовых отношений? По договоренности взаимозачетов. Художник должен быть голодным, получается, так? Обязательно, конечно. А без этого никак. У него не родится никакое творчество. На сытый желудок хочется спать. Вы знаете, как вот в Китае, да, вот я читал такую рассказ про художников, как китайские художники, как они пишут свои картины. Они неделю или две, или, ну, несколько недель они постятся, затем они несколько недель медитируют, затем он заходит в свою студию, берет кисть и двумя-тремя четкими движениями выдает все, что вот должно, знаете, быть на, ребят, этой картине. Хотела бы я посмотреть на ваших жен, которые соглашаются с такой вашей жены позицией. Очень красивые, мудрые женщины, которые вас понимают. И все-таки... Понимают. Так они нас и мотивируют на все это дело. Вы планируете в дальнейшем запись альбома? Конечно. А без средств это невозможно. Где вы планируете их изымать? Мы будем рассчитывать на наших друзей, которые нам помогут в этом. Вот, то есть добавляйтесь к нам, друзья. Ну, на самом деле, это как бы нормальная практика, и все те музыканты, да, но с кем мне приходилось общаться, да, там, от Сергея Чигракова, там, до Бориса Гребенщикова, они все пишут свои альбомы на деньги своих друзей, потому что оплатить студию за свой счет – это невозможно. Это очень дорого, да, ну и как бы концерты столько денег не приносят, а сам альбом – это убыточный проект. То есть запись альбома, она никогда не отбивается. Какая бы музыка ни была, получается так? Ну, если мы говорим про настоящую музыку, то да. А если как бы про то, что звучит обычно где-то там в популярных вещах, ну, может, и отбивается, я не знаю. Но это не совсем музыка. Я не думаю, что люди это помнят через какие-то десятки лет. То есть я так понимаю, что популяризовать свою музыку вы не собираетесь ради того, чтобы зарабатывать на ней деньги, так? Абсолютно. А вообще, насколько это возможно в нашем городе музыкантам, которые сами авторы, сами исполняют и, в принципе, готовы делать серьезные вещи, возможно ли этим заработать? Вы хотите сказать, написал песню, пошел продал ее, что ли? Не совсем так. Такой вариант. Написал песню, ну, устроил концерт за деньги или, скажем, ну, еще какие-то варианты. А мы устроим или концерт написал за деньги. Песню, пошел играть. Да, мы устроим концерт за деньги 3 октября.
За большие деньги? Наш будет концерт за деньги 3 октября. Я думаю, вот если мы сейчас об этом скажем, можно, да, типа рекламу, скрытая реклама на Рика ТВ. 3 октября в комплексе «Троя», рок-ретро-клубе «Троя», это цокольный этаж, в 20.00, опять же, да, в 20.00, группа «Навигатор» за деньги будет играть концерт. То есть, чтобы попасть на этот концерт, нужно будет заплатить за вход впервые. Ну, надеюсь, не так много. Но на самом деле это не такие большие деньги, и музыканты, в принципе... Да, это музыканты, они просто небольшую часть своих затрат, просто это бензин, ну, там затраты клуба, там же электричество есть, там... Аренда зала. Аренда зала, да. То есть музыкант фактически получает там копейки. Я так понимаю, что не нужно оправдываться. Это, естественно, ваше творчество. Имеете право за это получить деньги. Это большой концерт, и уже программа какая-то планируется? Составляете? Да, да. То есть мы готовим серьезную концептуальную программу. Будет состоять она минимум из 2 отделений, эта программа. И она будет даже носить название 3-4. 3-4. Поехали. Ну, там на самом деле мы 3 смысла туда вложили. И обо всех можно узнать, если придете на концерт. Что за смысл? Но я так думаю, можно немного узнать уже о вашем творчестве прямо сейчас, поскольку, как говорится, если есть ружье, оно должно выстрелить. Абсолютно верно. Смотрите, вот, что-то вообще интересное. Подождите, давайте этому инструменту немножко посвятим еще пару слов. Давайте. Это гармошка губная? Это губная гармошка, гармонь. Как освоилась она, ну, раньше вообще ее никак. Владели? Или никогда. Когда? Я по случаю, будучи в Самаре в мае месяце, на концерте, кстати, группы «Аквариум» Бориса Борисовича Гребенщикова, зашел в магазин, купил струны, медиаторы, каподастер и набор губных гармошек. Никогда я в них не дул до этого момента. И как опыт? Да ну как, вот берешь и дуешь, и что-то получается. Вы сейчас все услышите и поймете, что это вовсе, ну, вовсе не игра. А интересно, как это получается? То, что мы услышим, это, наверное, будет результат, а до этого было море репетиций. Так я же вам еще раз, нет никаких репетиций, сейчас все будет... Сейчас, во-первых, мы сыграем ту песню, которую я на губной гармошке не играю. Так, я другие импровизация. Вещи. Да, поэтому я не совсем и готов. И тогда пару слов о композиции. Ну, у нас же как передача называется? «Твое утро». Да, ну вот песня как бы утренняя. Я думаю, что любой мужчина когда-либо переживал подобное утро, о котором мы сейчас споем. Так. Ну, вещь на самом деле не об этом. Там немножко глубже все. Но сейчас все станет понятно. Сложно объяснять песни. Лучше послушать. Лучше послушать. Мы готовы. Смотрю в окно, смотрю на мир, смотрю в онлайн, прямой эфир, женщина с ведром. Зеленые шляпки, выхлопные газы, лазовской девятки. Сосед хмурной, голова болит. Студентка Даша в институт спешит. Папа Надя поливает цветы. А ко мне с утра уже приходили кенты. Стучали в дверь, давили звонок. Я не открыл, просто не смог. Залез под одеял, накрылся с головой. Извините, ребята, мне нужен выходной. Побыть собой наедине. Не включать телевизор, сидя в тишине. Наблюдать за миром в оконный проем. Вот соберусь я силами, и снова все пропьем. С кентами лихо.
Вовкой Олег. Есть еще Гена, Серега и Паштет. Мы книжек не читаем, мы пива много пьем. Когда не наблюдаем, сжигаем день за днем. За нас все решили, рекламой подкупили. Желание расти, кредитом подменили. Сижу, смотрю в окно, снаружи все равно. Мир обретает краски, и только я бревно. Но! В моих силах измениться. Все равно мир обретает краски. Вот это очень хорошо. Каждое утро все начинается заново. Хорошего вам дня. Но я напомню, спасибо, что сегодня в нашей студии был Андрей Нинашев и Владимир Филонов. Это музыканты группы «Навигатор». Удачи вам. Спасибо вам. Спасибо. Всем удачи, здоровья, мира, добра. И вам всего того же. Наш эфир продолжается. Спасибо. Оставайтесь с нами. После новостного блока мы вернемся в эту студию.